Новости Богородского района. Богородская43.ру. Весна – это садово-огородные работы. Но есть еще и другие заботы, о которых многие не знают. На вырубленных делянках идет посадка молодняка. После того, как делянка вырубается, делается, соответственно, приборка. Смотрим на подрост. Если подроста мало на определенной площади, то производится посадка сеянцев. Посадка сеянцев производится, соответственно, мечом Колесова. Делаются с осени, значит, пашется, подготавливается подготовка почвы. То есть пашется трактором ДТ-55 с плугом. В пределах 3-4 метров борозды делаются на глубине 10-15 сантиметров. Весной, соответственно, их засаживаем. Елочки покупаются в лесопитомнике, соответственно, с определенными документами. Документы эти подтверждаются печатями и, соответственно, по ГОСТу. Вот. Садятся 2-3-летние. Цены, закупные цены в районе 3 рублей, в принципе, так что, что тут, ну, цена, как обычно, растет на все сейчас, это самое. Соответственно, посадка производится тоже от количества посаженных елочек, ребятам оплачивается. Так восстанавливают вырубленный лес.